Здравия желаю, уважаемые подписчики и гости канала. Продолжаем опыт. Значит, сегодня мы запитали вечную лампочку, вот она, на 60 ватт. Работает она, ребята, от преобразователя блока на 96 вольт и компенсируется 6 блоками ионисторов, то есть 36 ионисторов, как видите, зеленая. 36 ионисторов компенсирует. Одна секунда мы запитываем питание, заряжаем ионисторы, а 3 секунды лампочка, видите, на самозапите. При этом не видно, чтобы она менялась яркость. То есть получается все равно, как будто она работает. Кому-то получает беспрерывно питание. То есть, еще раз, лампочка 60 ватт, 36 ионисторов, соединенных методом умножения, и преобразователь 96 вольт. А питается система от зарядное устройство адаптера 19 вольт 3,16 ампера. Применяется реле Амрон, ребята. Применяется реле Амрон. 1 к 3, видите. Вот 3, вот 1 питание, вот 1, 2, 3 выключился. То есть применяется реле Амрон. Далее. А далее зарисуем. Схема, ребята, значит, лампочка 60 ватт, лампочка накальная 60 ватт, так, от нее, ребята, идет 36 ионисторов, вот тут 36, соединенных последовательно 36 ионисторов, на 96 вольт. 96 вольт. Так. Далее. Преобразователь, который подает питание, повышает 96 вольт. Преобразователь 96 вольт. Так. Далее. Киловатта. Далее. Реле Амрон. И второй провод нулевой идет напрямую. Реле Амрон, который настроено 3 секунды, отключено. 1 секунда включено. Так, как работает система? Значит, питание подали 1 секунда, запитались эти самые ионисторы на 96 вольт. Отключаем. 3 секунды работы на самозапите. При этом, ребята, как видите, расход тока на нуле. Здесь хорошо видно. Расход тока на нуле. Вот, красная. Красная черта. Взял и вернул. Видите, и опять вернул, выходит. Вот она. Взял и вернул. То есть вот она стоит здесь. Расхода никакого нет. Благодарю вас за внимание. Всем удачи и стального железного здоровья.